как это было, рассказывай. Булочка хорошо сжимается. Так, сегодня вот о чем хотел бы поговорить. У нас в меню сейчас 8 сэндвичей. И почти за год работы у нас сформировался своего рода топ. Сэндвичи, которые заказывают больше всего, и те, которые заказывают реже. Безоговорочный лидер – это курица в панировке унаги. Унаги. А замыкает список вегетарианский сэндвич. И мы подумали, что будет, если взять эти два сэндвича и соединить. Нет, ничего взрываться не будет. Но в итоге мы получаем сэндвич просто с грудой полезных овощей, с нежным куриным бедром в панировке. И все это заправленное просто дерзко острым спайси соусом. Ну просто получается нечто невероятное. Невероятно! Так, еще раз по наполнению. Здесь у нас брокколи, цветная капуста, маринованная морковка, помидоры, сыр, куриное бедро в панировке и спайси соус. Давайте пробовать. Мне кажется, это мой личный топ. Если вы любите курицу в панировке классику и унаги, вы обязательно должны попробовать этот сэндвич. Закажите вегетарианский сэндвич и попросите добавить к нему дополнительно курицу. Уверен, вы будете удивлены. Те, кто уже пробовал или попробует, поделитесь своим отзывом в комментариях.